solo sabe Dios qué difícil es regresar a casa y estar solo sin nada que esperar, sin nadie a quien contar las cosas que nos pasan cada día por no aceptarnos un error, por no atrevernos al amor y vivir resignándose a la soledad sin poder olvidarnos del ayer. Она хочет развода. Она говорит, что у нее есть доказательства, что мой отец убил ее родителей. Она на этом настаивает? Но что это за доказательство? Она тебе ничего не говорила? Нет, нет, я же все время был с тобой. Откуда? Это утром, а вчера? Я же тебе сказал, что она закрылась в спальне. Хорошо еще, что она позволила мне отвезти ее в аэропорт и проститься с детьми. Она тебя поцеловала? Формально. В щечку. Ну, уже кое-что. А это фотомонтаж. Говорю тебе, это монтаж. И очень хороший. Послушай, я больше не хочу думать. Больше не хочу думать, когда она вернется, все выяснится, и я... Будем надеяться. Ради Бога, мне плохо. Нестор, мне... Мне очень плохо. Знаешь, чтобы помочь тебе, я даже хотел сказать, что Лидия моя любовница. Как тебе это в голову пришло? В настоящее время мне нужна твоя помощь. Я тебе помогу. Верь мне. Почему ты бросила Хорхелину одну, Мабель? Я не могу там оставаться весь день, мама. Есть часы приема? Как она? С ней все в порядке. А вот с тобой что происходит? Мама, посмотри на себя. Приготовь себе что-нибудь поесть. Я ничего не буду. Ты поругалась с Иваном? Пока нет. Мама, ради бога, что с тобой? Я убила человека, Мабель. Кого? Игнасио Сальгиро. Если я узнаю, кто это состряпал, клянусь, я его убью. Забудь об этом, Густаво, забудь. Если ты его убьешь, то ничего не выиграешь. Тебя посадят, и все. Я не хочу держать в доме ничего, чтобы меня компрометировало. Так что забери. Понятно, почему Грейсия хочет развода. Все это дело рук нашего мертвеца. Значит, он их подбрасывал. Я так и знал. Больше некому.
Где ты его похоронил? Ты думаешь, такая мразь заслуживает могилы? Иван, я боюсь, что все раскроется. Ты как Руфина, я всегда и все делаю хорошо. Да. Да, он здесь. Сеньор, это вас. Меня? Уран. Да. Си. Да. Кому? Что? Да нет, не может быть. В чем дело, Густаво? Лидия попала в аварию. Да, не волнуйтесь, я уже выезжаю. Выезжаю? Боже мой, не может быть. Что случилось? Кто это был? Ее служанка. Кажется, Лидия попала в ужасную аварию. У себя в поместье? Нет, нет. Говори же, что случилось. Не знаю, она ехала в аэропорт, не знаю. Она что, собиралась уехать? Я не знаю, она сейчас в больнице. Ты со мной? Да. Сеньор Густаво, что сказать сеньоре Грейси, если она позвонит? Правду, Чело, что Лидия попала в аварию, и я поехал в больницу. Мне нечего скрывать. Постой, постой. Иногда лучше солгать, чтобы не обострять. Если Грейси мне не верит, это ее дело. Я уже сказал, что это фотомонтаж. А теперь Грейси путешествует на деньги Лидии, так что если она мне не верит, это не моя вина. Эти драгоценности забыла Лидия? Она их не забыла, оставила в подарок Грейси. Не то чтобы Грейси тебе не верила, но ведь у нее есть для этого основания. Не хватало мне еще своим родным не доверять. Хорошо, извини ее. Она так говорит, потому что я пока к вашей семье не принадлежу. Но ты будешь принадлежать. Значит, мне... Да, тебе показалось. Мне просто понадобилась эта папка. Ладно, это я виноват. Я должен работать здесь, а не дома. Нет, ты можешь работать в любом месте. По телефону ты мне этого не сказал? Да, не сказал, не сказал. Что в этом такого? Ты так нервничаешь, так напряжен. Я не нервничаю, все в порядке. Густаво. Как дела? Я звоню, чтобы узнать, принимаешь ли ты мое предложение заняться моими делами. Что? Ну хорошо, хорошо, хорошо. Подумай немного. Прекрасно. Звони, когда захочешь. Да, я буду ждать. Договорились. До свидания, дорогой. Забыл спросить, нет ли новостей о Грейси и детях. Они еще не прилетели. Значит, ты предложил Густаво возглавить весь свой бизнес? А что здесь плохого? Он мой сын. Но этим всегда занимался Себастьян. Да, но теперь Себастьяну некоторое время придется заниматься только тобой. Разумеется, но я также мог бы заниматься и бизнесом. Но мне кажется, что ты правильно сделал, что дал Густаво еще один шанс. Он не согласится. Вы никогда не ладили. Агата, мы теперь стали понимать друг друга, и все. Руфина, посмотри, в каком ты состоянии. Если бы сюда сейчас заявились полицейские, они бы точно решили, что ты убийца. Что тебе надо? Руфина, послушай. Приведи себя в порядок. Подкрасься. В конце концов, у тебя прекрасное алиби. Ты всегда можешь сказать, что была у своей сумасшедшей дочери.
Я могу узнать, зачем ты пришла? Мы хотели поговорить, Руфина, ты забыла? До этой трагедии мы собирались поговорить. Руфина, ну что тебе стоило уступить молодому человеку? Ну что тебе стоило? Или ты уступила, а потом убила? Прошу тебя, уходи. Успокойся, Руфина. Успокойся. Ты теперь у меня в кулаке. Прикинь, что случится, если я решу пойти в полицию и сказать, что его убила ты. Представляешь? Замолчи, пожалуйста. Хорошо? Принеси мне чаю. Мы поболтаем, подружимся. Я могу рассказать тебе много интересного. Кармен, мне очень плохо. Я знаю, что тебе очень плохо, я знаю. Но это не означает, что ты должна сидеть здесь, как служанка. Руфина, посмотри на меня. Мне тоже досталось. Но на мне модный костюм, я причесана, на мне макияж, и я улыбаюсь. Это преимущество, которое имеет женщина. Поверх всего можно наложить макияж. Я вижу по твоему лицу, что с тобой что-то происходит, но ты не хочешь сказать, что. Хватит, Агата, ничего не происходит. Мог бы проявить деликатность и не предлагать Густаву руководство бизнесом прямо при Себастьяне. Это унизительно. Но он это так не воспринял. Все в порядке, родственник. Да, все в порядке, но тебе придется поставить на место свою будущую жену. Она меня в чем-то обвиняет. Нет, я тебя не обвиняю. Я беспокоюсь, что с тобой что-то не так. Ну хорошо, ты права. Я напряжен, потому что осуществил идеальное преступление. И не смотрите на меня так. Я убил бывшую любовницу. Положил ее в багажник и сбросил в реку. Через неделю ты окажешься в тюрьме, ты думаешь? Не надо так шутить. Это не шутка. Я говорю об идеальном преступлении. Надо было посоветоваться со мной. Разве ты не знаешь, что трупы всплывают? Ты прав, значит, идеальных преступлений не бывает. Перестаньте, прошу вас. Агата, у тебя нет чувства юмора. Улыбайся. Улыбайся, улыбайся, Руфина. Иначе ты сойдешь с ума. Вот я тебе все рассказала. Ты сначала меня даже слушать не хотела, а потом заинтересовалась, и в итоге ты поняла, из-за чего случилась эта трагедия. Вот и все. Я не хочу, чтобы ты продолжала. Руфина, Руфина. Руфина. Я ведь знаю, что Иван оставит тебя нищей. Ты пришла поиздеваться надо мной? Да нет, Руфина, ну что ты? Клянусь, что нет. Я пришла сказать тебе то, что ты хотела узнать. Но я тут подумала, а что если Иван поставил тебе ту же западню с Начо, что и мне? Я не хочу тебя больше слушать. Руфина, будем друзьями. Будем друзьями. Я не могу быть твоим другом. Почему? Потому что я была первой женой твоего мужа? То есть твоего любовника. Выходи за него, Руфина, выходи. Руфина, я ведь дала ему уже развод. И если ты станешь сеньорой Иван Гутьеррес, он не бросит тебя в бедности. Хорошо. До свидания. Значит, ты не будешь ужинать с нами и Густаво? Нет. Мы хотели его пригласить, бедняга, он так одинок. Грасси ведь, нет? Ну что, едем? Едем. До свидания. До свидания.
Ну, что там, Густаво? Ты ее видел? Что с ней? Говори. Его нет? Как жаль. Мне нужно срочно поговорить с доктором Сапорити. Да, это Чела, служанка сеньора Грессии. Хорошо, я перезвоню. Большое спасибо. Счет за телефонный разговор оплатите сами. Подойдите сюда. Сеньорита Агата, я вам в последний раз говорю, не кричите на меня. Хорошо, я буду очень нежной, ведь вы служанка сеньора Грессии, и тем горжусь. Идемте. Что вы делаете? Садитесь, нам надо поговорить. Нам не о чем говорить. Садитесь. Но... Не надо, я сама открою. Сапорити, проходите, проходите. Добро пожаловать. Как дела, доктор? Хорошо, спасибо. Это хорошо, я рада. Пройдемте в кабинет. Как дела, Чела? Хорошо, доктор. Доктор, мне надо с вами поговорить. Да, мне тоже. Я пришел за документами, за теми, что оставила Гресси. Мне пришлось отдать их сеньору Густаво. Он застал меня врасплох. Застал врасплох. Вы говорите, как воровка. Врасплох. Густаво дома? Нет, он уехал. Пойдемте в кабинет, доктор. Жаль. Выпейте что-нибудь? Нет, ничего, спасибо. Раз нас обслуживает служанка сеньоры Грессии, можно попросить, что захотите. Принесите кофе. Прошу. После вас. Спасибо. Сапорити, вы знаете, что я выхожу замуж? Ну, в общем, это как эпидемия. Я тоже женюсь. Поздравляю. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Но вы еще не знаете, что мой брат передал весь свой бизнес в руки Густаво. И Густаво согласился? Полагаю, что да. Я вам это говорю на случай, если вы хотите бороться с моим братом. Вам тогда придется менять все ваши планы. Нет, вовсе нет. Вы не будете бороться с моим братом? Нет, предоставлю это правосудию. Хорошо, Сапорити. Как говорит Иван, хорошо, что мы начали понимать друг друга. Кто? Мы. Все мы понимаем друг друга. Легче быть хорошим, чем плохим, Сапорити. Да, разумеется, но меня удивляет, что об этом говоришь мне. Ты, ой, извините. Вы видите, мы уже расположены друг к другу. Ты назвал меня на «ты». Да, но я прошу прощения, извините. Нет, все нормально. Это означает, что мы подружились, не так ли? И что это означает? Я не знаю, что это означает, так сказал врач. Я не знаю. Это опасно? Я не знаю, Нестор, не знаю. Ну хорошо, не переживай так. Ты хочешь, чтобы я не переживал? Я люблю ее как сестру. А ты что к ней чувствуешь? Можешь сказать? Скажи. Я люблю ее как друга. Что ты еще хочешь услышать? Служанка сказала мне, что она разговаривала по телефону, и ей сказали, что Грессия как раз в это время находится в аэропорту. Кто-то сказал. Кто? Не знаю, Нестор. Агата или Чела? Но у нее нет повреждений, да? То есть, я бы предпочел, чтобы она сломала обе ноги. Значит, все плохо? Потерять память? Не знаю, хорошо это или плохо. Как тебе это? Но память восстановится, или она останется такой на всю жизнь? Я не знаю. Нам здесь еще долго быть? Через 2 часа будет готово полное заключение, но если хочешь, ты можешь идти. Иди, пожалуйста. Да нет, я останусь здесь и составлю тебе компанию. Мне только надо предупредить Паолу. Ты думаешь, тебя к ней пустят? Нет, ее продолжают обследовать, она проходит специальную терапию. Густаво, но что с ней? Она ничего не понимает, не знает, кто она. У нее черепная травма, да? Скажи мне, что там? Послушай, врач сказал, что это амнезия. И она может длиться очень долго или пройти со дня на день. Нестор, я хочу...
Нестор, а если я отвезу ее к себе домой? Хорошо. Только подумай о Грессии. Я думаю о Грессии. Но я также помню, сколько сделала для нас Лидия. Для нас. Врач спросил, есть ли у нее семья, и я ответил, что да. А кто семья Лидии? Ты, Паола, Грессия, я. А кто еще? Кто? Да, ты прав. Ну и хорошо. Она нуждается в особом уходе. В любви. И еще раз в любви. Послушай, мы можем отвезти ее и к нам домой? Нет. Нет. Я хочу, чтобы она поселилась у меня. Если хочешь, посоветуйся с Паолой и тоже приезжайте ко мне. Хорошо, как хочешь, нет проблем. Но они начнутся, когда Грессия вернется и узнает, что у нее в доме живет Лидия. Она не подумает ничего плохого, Нестор. Послушай, это жест любви к ближнему, нуждающемуся в нас. Я отвезу ее к себе домой, это решено. Хорошо, но надо подождать, когда врачи разрешат. Речь не о сегодняшнем дне, нет, когда можно будет. Если она начнет поправляться, ты ее заберешь. А если не начнет? Ты все еще не понял, если Лидия так и не вспомнит, кто она, не будет никого узнавать, она еще больше будет нуждаться в нас. Неужели непонятно? Густаво, я говорю только о том, что Лидии может потребоваться специальная медицинская помощь. Послушай, Нестор, иногда любовь способна на большее, чем наука. Не надо больше об этом беспокоиться, Чел. Но она так просила, чтобы я отдала их вам в собственные руки. Дело в том, что Грессия хочет развестись, а Густаво этого не хочет. Надеюсь, что когда она вернется, то передумает. Да услышит вас Господь, доктор. Он надолго уехал? Нет, если он поехал в больницу узнать, что случилось с сеньорой Лидией, не думаю, что это надолго. А что с Лидией? Она попала в аварию. А почему мне никто ничего не сказал? Я что здесь, ваза для цветов? Ну что вы... Я хозяйка этого дома, понятно? Всем понятно? Да, понятно. Хотя при Грессии я отступила на второй план. Сейчас хозяйка в доме. Я. Вот так, сеньоры. Да-да, хозяйка в доме. Вы все рассказываете. Сеньор Густаво поехал в больницу, потому что сеньора Лидия попала в аварию. Вот так. Видите, все становится проще, когда нечего скрывать. Алло? Грессия? Нет, Густаво нет. Он с Лидией. Дайте телефон. Не говорят телефон, говорят трубку. Сеньора Грессия, не кричите. Слышно так, будто она возле дома. Она повесила трубку. Позвонит еще. Она не из Майами. Сейчас, наверное, пересадка на другой самолет. Представляете? Грейси отправилась в Майами с двумя детьми и прислугой. Даже не верится. Оля! Да, минутку. Это вас, Себастьян. Доктор Себастьян. Что за служанка? Вы видите, сапорите? Алло? Да? Да, любимый. Не говорите долго, вдруг сеньора Грейси еще позвонит. Не просите об этом влюбленных, потому что... Да-да. Да, я понимаю, любимый. Я позвоню Руфине и попрошу уговорить Ивана поужинать с нами и Густаво. Подумай, Густаво, правильно ли ты поступаешь. Да, Нестор, да. Я просто отчасти возмещаю то, что Лидия сделала для нас. Вот врач идет. Теперь я уже не сомневаюсь, ты влюблен в Лидию. Это очевидно. Мне плохо, Иван. Я схожу с ума. Я схожу с ума, понимаешь? Я тебе говорил, не хочу тебя видеть такой. Какой такой? Я просто не привела себя в порядок. Не хочу краситься, наряжаться. Я не пойду к Хархелине в клинику. Мне плохо, очень плохо. Не понимаю, почему. К тому же Кармен сказала мне, что ты оставишь меня на улице. И поэтому тебе плохо? Нет, не поэтому. Если не поэтому, то причина всегда найдется. А если у Кармена есть доказательства, что я оставлю тебя на улице, у тебя есть подтверждение, что все записано на тебя? Что я хочу жениться на тебе, а ты этого не хочешь? Я этого хочу.
Ну хорошо, хорошо, хорошо. Но я не могу жениться на женщине в таком состоянии. Посмотри на себя. Посмотри, где та, с которой я встретился, которую я знал. Такую элегантную, что все взоры всегда обращались к ней. Где она? Ты должна стать прежней. А в чем дело, Иван? Да, я не ухожена, но в остальном я такая же, как была всегда. Да, конечно, завтра ты и мыться перестанешь, а послезавтра запаршивеешь. Подойди. Нет. Подойди, если это из полиции, найди силы поговорить. А если они станут тебя обвинять, ответишь, что ты сеньора Пенни де Гутьеррес. Иди. Возьми трубку. Да. Да, да. Кто это? Инспектор Бернехо. И чего он хочет? Поговорить с тобой. Хорошо, дай трубку. Оля. И вы мне звоните в такое время, инспектор? В чем дело? Видели выходящую женщину? Так, и как она выглядела? Как? Подождите минутку, пожалуйста. Руфина, что с тобой? Руфина! Руфина, por favor! Я прошу тебя, что такое, сядь! Руфина, я прошу тебя, сядь. Садись сюда. Руфина, приди в себя. Замолчи, ты не повесил трубку, он все слышит. Ну и что? Пусть слушает. Ты специально это делаешь. Оля! Да. Да. Нет, нет, просто моя жена ревнует меня даже к стенам. Скажите, а как выглядела эта женщина? Эта женщина? Это была Кармен. Это Кармен донесла. Замолчи. Да, хорошо, по описанию, речь идет о моей сестре Агате. А как выглядел мужчина? Толстоватый? И с плешью, да? А, это Парапетти. Да, разумеется. Да-да-да. Хорошо, я благодарен вам за звонок. Я к вашим услугам. Хорошо, до свидания. О чем вы говорили? Тебя это не касается. О банковской операции, что моя сестра провела через Парапетти. Сегодня вечером пойдем на ужин. Будут Агата, Себастьян, Густаво, ты и я. Чему это? Ты можешь мне сказать? Я так решил. И хочу, чтобы ты привела себя в порядок и снова стала притягивать взгляды в ресторане. И без нервов, ладно? Ты должна выглядеть хорошо, как всегда. Но, Иван... Я прошу тебя никаких «но», без нервов. Я хочу, чтобы ты стала прежней. Если не хочешь, чтобы я тебя бросил. Договорились? Зачем вы сказали сеньоре Грейси, что сеньор Густаво сейчас с Лидией? А я это сказала? Да, и сделали это нарочно. Это неправда. Я даже не помню, говорила я это или нет. Она больше не звонила. Но ведь это же не из-за меня. Я даже не помню, что я ей сказала. Но как же вам помнить, если вы пьяны? Что такое? Летающая бутылка? Я заставлю тебя проглотить свои слова. Нет, 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 иди отсюда. Нет, иди сюда. Густаво, ты вовремя. Мне надо с тобой поговорить. Мы можем пройти в кабинет? Да, конечно, разумеется. Она закрылась в комнате сеньора Грессии. Если я ее изловлю, то убью. Что за выражение? Надо же. Итак, Лидии лучше. Я перевезу ее сюда. Лидию? Да, Лидию.
Это неуважение по отношению к Грейси? Нет, Паола, это проявление любви. Я понимаю. Ей плохо, у нее никого нет. Я тебе уже все рассказал. Я думаю, что сделать это означает признаться ей в любви. Послушай, ничего при нем не говори. Густаво ее любит, любит как сестру. Как ты? Да? Да, как я. А что? Мне она тоже как сестра. Это неуважение по отношению к Грейси. Ты не видела Лиди? Вот смотришь на нее, как она с тобой говорит, разглядывает тебя, но не узнает. Она не знает, кто ты. Она сумасшедшая? Нет. Это амнезия или что-то такое. Так сказали врачи. И он полон решимости отвезти ее домой? Да. Но я еще тебе не рассказал, что он хочет, чтобы мы потом перебрались к нему. Я тебя вовсе не осуждаю, нет. Я думаю, что она поправится, если я буду ей помогать. Нестор и Паола ей тоже помогут. Да, да. С твоей стороны, это акт милосердия. Я бы это назвал любовью к ближнему. Да, я понимаю, да, да. Понимаю. Но не знаю, сможет ли это ее вылечить. Он назвал мне свое имя. Это был врач? Нет. Нет, это был не врач. Но я знаю этот голос. Откуда я его знаю? Лидия, это Густаво. Ты меня не помнишь? Я муж Грейси. Она уехала в Майами с близнецами. Ты оплатила эту поездку. Что он сказал? О чем он говорит? Она смотрела на меня и не видела. Но я уверен, что она меня понимала. Я говорил о Грейси, о ее путешествии. А у нее это пройдет? Не знаю. Но я хочу помочь. Извини, но врачи, что они говорят? Что любовь может все. Он говорил о путешествии. Да. Он говорил о путешествии. О путешествии? Нет. Нет. Он не должен был лететь. Нет, Густаво. Нет, Густаво, нет. Густаво был в этом самолете. Ну, надеюсь, у тебя получится.
Я уверен, сопарите, что так и будет. Да, войдите. Извините. Да, Чело. Я очень нервничаю, сеньор. Сеньора Грейсия все не звонит. Да. Она уже должна быть в Майами. Ничего, ничего, я сам возьму. Hola. Иван. Спасибо. Тебе спасибо за ванну с погружением. Это лишь для женатых. Да, но я никому не скажу. Приятно сознавать, что кто-то счастлив, да? Зачем нам идти на ужин с Агатой и Себастьяном? Ну, мы вроде одна семья. Тогда можем пригласить Мабель. Нет, Мабель положила глаз на Мончи. Она все время с Хархелиной. Мне тоже надо бы пойти. Завтра можешь быть целый день с Хархелиной, но этим вечером ты мне нужна. А ты мне очень-очень-очень. Надо открыть. Я всегда рядом. Я больше никогда не буду одна. Спасибо. Привет. Привет. Как дела? Густаво не поедет. Почему? Потому что Лидия попала в катастрофу. Более того, она будет жить у нас. Лидия? Да-да. Значит, он разводится с Грессией? Этого я не знаю. Да, Иван, я ходила с Парапетти в банк. Я сама сообщаю, так как ты очень чувствительный. Если тебе скажут, что я ходила в банк с Парапетти, ты сочтешь свою сестру непорядочной. Ну что ты, Агата, разве брат может о тебе плохо подумать? Ты страхуешься, Агата? Мне незачем. В любом случае, сегодня поужинаем спокойно, да? И будем говорить о наших свадьбах. Свадьбах, ты сказал? Да. Мы с Руфиной думаем пожениться. Вечно эти звонки срываются. Да. Когда-нибудь телефоны заработают нормально? На линии все нормально. Проблема здесь. Hola. Грессия. Грессия. Почему передать Челе? Сначала поговори с мужем, а потом я передам. Грессия, ты слышишь? Грессия. Не кричи, Густаво. Сам знаешь, нам больше не о чем говорить. Ладно, не будем о нас. Но я хочу знать, как мои дети. Хорошо, отлично. Совсем не беспокоили в поездке. Если они мешают, я могу побыть с ними. Я ведь доказал, что хороший отец. Как мужу ты мне, к сожалению, не доверяешь? Я никогда не разлучаюсь с детьми. Дети мне никогда не мешают. Да, конечно. Мешаю только я, да? Дай мне Челу, пожалуйста. Сначала позволь мне сказать, а потом я дам тебе Челу. Лидия попала в катастрофу. У нее амнезия. Она ничего не помнит. Я привезу ее домой. Говорю это, чтобы тебе не лезли в голову дурные мысли. Ты волен делать, что хочешь. Я это делаю, так как думаю, что ты со мной согласна. Лидии мы многим обязаны. Твоей поездкой, деньгами, участием, в котором мы нуждались. Ты со мной согласна? Все, даю Челу. Целую детей. И тебя.
Здравствуй. Здравствуй, Грессия, дорогая. Как ты, детка? Нет. У сеньора Густава этот конверт. Нет, нет. Доктор Сапарити здесь. Да-да, даю тебе его. Береги себя, детка, прошу тебя. Береги себя. Здравствуй, Грессия. Как ты? Solo sabe Dios qué difícil es regresar a casa y estar solo sin nada que esperar sin nadie a quien contar las cosas que nos pasan cada día.